Приветствую вас на канале Мир Ирины. Сегодня у меня пересадка номер 4. Плохо у меня сегодня получилось снять. Солнышко нас уже перестало баловать. Вот такой котеледончик. Ему уже 2 года. И он выглядит у меня не очень хорошо. Поэтому хочу попробовать его переукоренить. Вот такое деревце. А также котеледон томинтозо-войлочный варигатный. Этому цветочку также 2 года. Он у меня падал, потом долго приходил в себя. И сейчас выглядит неважно. Мне кажется, что даже варигатность стала меньше. Также я не совсем справилась с каланхоя. Войлочный нигра и каланхоя, войлочный шоколадный солдатик. Макушечки кажутся красивыми, листья облетают, чего-то ему не хватает. Хочу переукоренить и попробовать еще раз. Если не получится, то, наверное, не стоит его держать у себя. Вот сверху 2 кустика смотрятся красиво, но сбоку вот такие неказистые деревца получились. Франческо Балди измельчал, стал такой мелкий. Вот розеточки по 3-4 сантиметра вот здесь. И смотрите, для примера я вам покажу, каким он может быть. Вот такой крупной розеткой он может быть. Поэтому хочу пересадить, чтобы розеточки стали крупнее. Граптоверия акаулис. Тоже переукореню розеточки, чтобы они росли покрупнее. Розетки неплохие, плотные, но просто образовались вот такие стволики. Для примера я вам сейчас покажу пересаженную розетку. Она намного крупнее, чем эти. Вот она, эта розеточка, вам, я ее вам показывала не раз. Вот такой крупной она может быть. Выглядит симпатично. Все с ней нормально. Корпускулярия Лехмана. Наверное, я сделала опять очередную ошибку. Посадила ее в большой горшок. И что-то она у меня растет плоховато. И на ней появились вот такие белые пятна. Граптоверия Фред Айс. Вот такая варигатная, красивая. И у нее в горшочке от листика выросло много деток. Я этих деток планирую отсадить в отдельные горшочки. Вот смотрите, сколько разных деток. Есть вариегатные, есть невариегатные. От листочка могут появиться любые детки. Красула Канкан. Но пересаживать я буду не красула Канкан,
А вот эти адрамискусы. Они у меня не подписаны, я название посмотрю и потом, когда пересажу, скажу вам название. Заказывала два листочка, и вот из этих листочков выросли адрамискусы. Эхиверия пулидонис. Это пень, и на пне выросли уже вот по сантиметров 5 вот такие две большие красивые детки. Я их отсоединю тоже. Грептопиталом макдугала. Растет вот так почвопокровник, как почвопокровник растет. И вот такие вот получается, красота получается вот такая. Я хочу посадить еще в один маленький горшочек. Может быть, кто-то захочет себе такой граптопиталом. Мне очень нравится вот такая композиция, пока свеженький, такой веселенький. Приятно любоваться на такой цветочек. Теперь посмотрим результаты пересадки. Вот в такие высокие свои горшки я посадила. Это Каланхоэ нигра. Если уже в этот раз не получится, то, наверное, придется мне расставаться с ним. Не получается. Какое-то время растет, потом начинаются листики сыпаться начинают. И листики, конечно, прорастают, но красоты нет. И вот такой шоколадный солдатик. По всей видимости, поэтому солнышко нас уже перестало баловать. Вот снимаю 2 часа дня, солнца вообще нет. Все включено, все, что можно у меня в квартире, чтобы немножко было вам получше видно. 2 котеледончика. Переукореняю. Все-таки 2 года рос. Конечно, рос в разных условиях. Сначала у меня и подсветки-то не было. И зимовал без подсветки. И вот решила все-таки пересадить. Может быть, куст будет красивее, лучше, чем был. И такая же история точно так же с котеледоном томинтоза вариегатным. Все переукоренила. Буду ждать, пока укоренится. И надеюсь, будет расти красивенько. Горшки большие, но там у меня керамзита больше половины. Поэтому не смотрите, что горшки, большие горшки, выбилась я с горшками. Нету. Надо заказывать горшочки, чтобы вот так под один все посадить. Нет горшочков. Фред Айс. Посадила тоже все в один широкий такой горшочек. Вот видите, там какие-то альбиносики. У них ножка как бы как крестатная. Не знаю, что получится. И они вот присоединены к вот этому фрайтайс, который не вариегатный. Но отсоединять я их не стала, потому что знаете, что альбиносики, они самостоятельно не живут. Поэтому если что-то ухватится, будет расти, то будет. Если нет, то, конечно, ну я имею в виду, примется. А также вот в такой же горшок, в каком и было, переукоренила акаулис. 2 вот таких детки срезала пулидонис, пускай подсохнут. Посажу их чуть позже. Вот Франческо Валди. Как бы лето начнется, но весна, и я думаю, что в рост пойдет, будет красивый. Вот такой сделала горшочек Грептопитала Макдугала. Потом эти все цветочки займут всю площадь, и будет очень красиво. Пересадила Карпоскулярию Лехмана. Кто знает, что за вот такие белые пятна, пожалуйста, мне напишите. Вот это здесь тоже было такое белое пятно, я его отщипнула.
Дальше оно не идет, вот так вот стоит белое, и все, и глубоко не идет тоже. Я вот сковырнула, проверила. Вот такая акаулис у меня получилась, вот прям плотная, плотная, вот такая вот, как кластер называют, да? Ну, очень плотный кластер. Посмотрим, что дальше будет. Либо он закрестатится, либо будет вот такой. Посмотрим. И нашла название вот этого адрамискуса из листочка. Адрамискус трункатус. Из двух листочков за один год из листочка выросло вот такое. Вот столько. Не вот такое, а вот столько выросло. Ну и вот, наверное, все. Пока-пока.